Отлично. Вполне подойдет. Что ты задумал? Ты отличная приманка. Как раз то, что нужно, поскольку мой брат по оружию... Ну, просто скажем, что от него ничего не осталось, кроме кучки костей. Расскажи еще о твоем соратнике. Да нечего рассказывать. Он был ужасной приманкой. Как дилетант позволил им содрать с себя кожу. Давай забудем о нем. Уже сделано. Мне по душе твой подход, бледнолицый. Продолжай в том же духе. Кого ты хочешь подманить? Ты когда-нибудь встречал теневого владыку? Можно сказать, что да. Хорошо, потому что этот особенно хитер. Он и его прихвостни нападают из засады. Нужно заманить их в ловушку, если хотим убить всех. А при чем тут я? Ты здесь что, на отдыхе? Нет. Тогда не задавай глупых вопросов. Тебе вообще ничего не нужно будет делать. Просто стой и жди. Как будешь готов, отведу тебя куда надо. Хорошо. Поверь, по-другому это не сработает. Сам будь приманкой. Нет, мой план, мои приказы.
А может, ты знаешь гнома, который тебе доверяет? У меня есть знакомый гном. Славно, ведь если он послужит приманкой, теневой владыка может напасть один. И тогда это будет плевое дельце. Прежде чем мы начнем, спроси у коротышки, готов ли он к такому заданию. Думаешь, гном подойдет на роль приманки? Конечно. Не все знают, что эти малыши умеют обращаться с оружием. Зачем теневому владыке наускивать своих псов, если гном ему и одному по силам? Тебе приходилось быть приманкой? Сука, да. Джафар отвлекал человека много раз, чтобы должить штуки. Ты подходишь. Хочешь на мне жениться? Хрень! Что? Нет. Ты нужен мне, чтобы выманить теневого владыку. Человек хренов гага. Согласен. Это безумная идея. Человек... псих! С человека не соскучишься, сука, да! Но если Джафар умрет, с тебя надгробная речь! Идет. Оки-доки, отведи Джафара на место! Давай, идем! Еп-еп! Веди меня к ловушке. Не терпится убить тварь, да? Тогда иди за мной. Я все так просчитал, что ничто не может пойти не так. Здесь все камни похожи друг на друга. Ты что, заблудился? Нет, но похоже, что мы ошиблись местом. Дай мне немного подумать. Точно! Вон туда! Иди за мной! Деревья и скалы. Паршивое место для охоты. Так. Это место подойдет. Приманка может... Постой. Ты это видел? Мне это не нравится. Мне тоже. Совсем не нравится. Сдается мне, что это мы попались в ловушку. Приготовься. Засада! Я прикончу еще всех здесь. Демон, мертвый демон. Давай сюда все, что набрал. Что, вот прямо все? Все? Давай сюда. Что ж, твой план сработал. Ладно, дрянная была затея. Но все же мы встретили одного теневого владыку, а не целую армию. Кажется, твой гном был его главной целью. В любом случае, ты заслужил награду. Держи. На кого еще будешь охотиться? Сперва я тут осмотрюсь. Дам знать, если чего увижу. Кажется, ты в таких делах мастак. Пока у тебя все получается.
Давай, идем. Хорошо. Пока у тебя все получается. Oh!
Вместе мы сила. Правда, больно. Вместе мы сила. Главная была драка. Противные пауки! Недурно! Приготовься! Беги прочь на всех восьми лапках! Это мое убежище. Уходи, ты привлечешь внимание чудовищ. Почему ты не с товарищами? Я разведчик. И я слежу. Естественно. А я король. О, простите, Ваше Величество. Я пошутил. Прошу, уходи. Забудь, что меня встретил, ладно? Рассказывай. Да нечего рассказывать. Слушай, такие парни, как ты, ведь сразу уходят, если им заплатить, да? Возьми, мне это все равно не нужно. А теперь убирайся. Что ты здесь делаешь? Ты... Я уже говорил тебе, уходи прочь. Кое о чем лучше помалкивать. Больше ничего не скажу. Возможно, мне удастся его разговорить. Женщины меня не интересуют, так что даже не пытайся. Мне нечего сказать. Thank you.
кучу. Этот остров проклят. Слуги магов и тонко гибнут. Злой дух обитает. Опасный. Меня прислал Кейн. Проверить, что творится на складе с оружием. Все плохо. Злой дух поселился на складе. Он слишком опасен. Для Тонка ты слишком взволнован. Чи, копья не убивают. Красные реки питают камни. Здесь все плохо, Кучо. Всегда есть надежда. Предки отвернулись от меня. Мы заплатили своей кровью. О чем ты говоришь? Чи, Дагила отличный воин. Но он не сделал то, чего Кучо так хотели. Дагила должен занять склад оружия на севере. Но злой дух убивает Тонка и Кучо. Оружие его не ранит. Я разберусь с духом. Оно. Ты погибнешь. Призрак нет. Нужна подмога, Кучо. Кто может рассказать мне о духах? Этот призрак не такой, как предки Гила. Поговори с Чакой демоноборцев. Ты найдешь его ниже, у пристани. А кроме тебя еще кто-нибудь выжил? Чи, Кучо, сердце его пожрал страх. Слабый дух в слабом теле. Но Дагила не знает имени. След Кучо ведет на юг. Дурное место. Дурные сны. Thank you.
мой клинок, демон! Покажи им! Что бы ни случилось, ты меня не бросишь. Ты все, что осталось. Обещаю. Покажи им!
клинок, демон! Покажи им! У меня есть несколько вопросов. Быстрее, я занят. Как я могу ослабить призрака? Вопросы, вопросы. У тебя есть меч семи ветров? Нет. Эликсир вечных мук? Нет. Скажи мне, какой смысл плыть через моря, если у тебя только ром? Ты поможешь мне или нет? Ха, тебе нечем платить, но помощь нужна. Вижу возможным лишь один способ. Наши предки носили защитные амулеты. Амулеты позволяли общаться со странниками между мирами на равных. Странники между мирами? Призраки, демоны, зови как хочешь. Где мне взять такой амулет? Они переходят по наследству. Мне дал его отец, а ему его отец, а... Сколько? Для такого нетерпеливого разбойника 400 золотых. Можешь меня чему научить? Конечно. Я хотел бы лучше владеть мечом. Конечно, не проблема. Я не настолько хорош. Я не настолько хорош. Насчет амулета. Как долго ты был охотником на демонов? Всю свою жизнь, и буду им до самой смерти. Почему ты спрашиваешь? Неважно. Давай, идем. Да. Thank you.
Сдавайся, ублюдок. Славная была драка. Отлично. Совсем утомили меня все эти приключения. Это точно. Аж седина в волосах проступила. Закрой пасть. Не смешно. Вместе мы сила. Славная была драка. Мы сила. Проклятые ублюдки. Молодец.
ублюдок!
Поторопись! Ублюдок! Славная была драка. Вместе мы сила. Я знал, что могу на тебя положиться. Спасибо. Запросто. На каком уже этапе приготовления? К чему? Ты ведь приплыл сюда не ради того, чтобы спасти старика, правда? Ты хочешь остановить Некролота? Да. Если смогу. Ты сможешь, мой друг. Просто нужно вернуть прежнюю силу. Ты многое пережил и многому научился. Сейчас мы очень близки к своей цели. Я видел твою душу где-то в глубинах этого ужасного острова. Иди и воссоединись с ней. Вместе
вы сможете победить общего врага. А что ты будешь делать? Я всеми силами постараюсь помочь остальным сражаться с тенями. Темные воины близки к цели. Увидимся снова, когда ты сразишь Некролота, мой друг. Дурное место. Дурные сны. Свежее мясо для моих клинков. Кровь твоих друзей зовет тебя. Тебе меня не одолеть. Да, я наделен даром бессмертия. Твоим оружием меня не убить. Что убедило тебя в этом? Число твоих павших друзей. А что касается этого флота, я подожгу его и спутаю твои планы. Ваши черепа станут моими трофеями. Твое бессмертие закончилось. Ты усомнился в моей силе? Этот амулет лишит тебя силы. Что? Где ты это взял? Отдай мне! Мечтай. Мое терпение скоро иссякнет. Готовься к смерти. Но подожди.
призрак просто растворился. Увамба, Гучо, ты знаешь сильное вуду. Гучо принес мир. Как воин морей справился с тем, с чем Дакила не смог? Мне помог амулет охотника на демонов. Чи. Многие люди знают сильное вуду. Таким друзьям любой рад. Вот, это Кипава, твоя. Тебе удалось снять тяжкий груз с плеч Дакилы. Дурное место. Дурные сны. Рано или поздно мы их добьем. Дела идут не так плохо, как кажется. Я хочу доложить. Продолжай. Мы освободили склад с оружием на севере. Разведчик доложил, что у Дакилы проблемы с призраком. Все уже улажено. Отличная работа. Мы нашли решение. Сочетание моей магии и его вуду экстраординарно. А я всегда думал, что Килла — это сборище необразованных варваров. У него очень интересное колдовство вуду. Поразительно, чего можно добиться, соединив магию и вуду. Успокойся. Прости, я так взволнован. А как обстоят дела с мясом теней? А, конечно, конечно. Вот, возьми немного очищенного мяса. Это мясо обладает поразительными свойствами. Но оно пригодно только потому, что эти тени наелись человеческой плоти. Зато теперь мы можем сделать плоть теней съедобной. Это поможет нам наступать. Что ты можешь мне предложить? Посмотри сам. Я не слушаю чушь, которую тут рассказывают. Рад тебя видеть. Капитан, большой герой! Давай, идем. Нет проблем. Впереди я, позади наш флот. Осечек быть просто не может. А если все-таки они возникнут? Тогда придумай оправдание получше. Как правило, в таких местах можно найти клад. Но если здесь что-то и зарыто, то пусть там и остается.
Один, я подожду. А, наконец-то ты пришел. Наши поиски подходят к концу. Уверен, я где-то видел твою противную рожу. Ты появился здесь как раз вовремя. Я избороздил 7 морей, чтобы найти тебя. А оказывается, ты все время был здесь. Почему ты так долго? Тебе хорошо говорить, а на нас ополчилось полмира, пока мы пытались добраться сюда. Ты даже не представляешь, через что мне пришлось пройти. Время в царстве мертвых будто останавливается. Трудно привыкнуть ко всем этим порождениям тьмы. В бездну и обратно. Путешествие длиною в вечность. И все же ты сейчас здесь. Я последний рубеж обороны Некролота. Я должен тебя уничтожить. Мы должны воссоединиться. Это не поможет. Он слишком силен. Мне этому не помешать. Если войдешь в темную крепость Некролота, мне придется тебя убить. Что это значит? Ты должен убить меня? Как только войдешь в темную крепость, лишишься жизненных сил, и твое сердце перестанет биться. Что? Прости, у меня нет выбора. Некролот заставляет сделать это. Как мы можем ослабить Некролота? Там, где есть свет, всегда водятся тени. Там, где жизнь, всегда есть и смерть. Правитель царства мертвых питается душами, которые появляются на его острове. 3 могущественных мага сфокусировали силу живых на этом острове. И Некролот стал еще сильнее, чем прежде. Ничего не изменится, пока 3 великих чародея вновь не обретут свободу. Где он? Некролот в своей темной крепости. Он готовится к вознесению. Я боюсь, что этот момент наступит уже совсем скоро. Титан, исполненный зла и погибели, вступит в этот мир и уничтожит в нем все живое. А ты пропустишь меня, если 3 великих чародея снова обретут свободу? Я не знаю, хватит ли мне для этого сил, но я попытаюсь. Все 3 мага на свободе. У тебя получилось? Это было непросто, но... да. Некролот станет слабее. Но я боюсь, что мы уже опоздали. Его преображение началось. Если он станет Титаном, мы не сможем его остановить. Нам нужно воссоединиться прямо сейчас. Ты понимаешь, что это может погубить нас обоих? Сейчас или никогда. Пойдем. Хорошо, я попробую снять проклятие Некролота. Ну вот. Или мы идем вместе, или... Что ж. Ну, так гораздо лучше. Я понятия не имел. Ко мне возвращается память. Интересно. А сейчас меня ждет встреча с одной тварью из царства мертвых. Я здесь. Иди один, я подожду.
ты преодолел мою защиту. Кажется, мне повезло. Ха! Ты освободил чародеев из заточения. Умно, но поздно. Я готов к своему превращению. Узри, человек, осмотри на мое вознесение. Нет, спасибо. Пытаешься сопротивляться? Вы, люди, не знаете, что вас ждет. Это будет ваше освобождение. Освобождение от вашего жалкого существования. Через меня вы обретете величие, силу и бессмертие в моем мире. Хватит. Сейчас я положу этому конец. Ах ты жалкий червь! Я научу тебя смирению! Покончим с этим.